Так, всем привет, с вами снова я, НЗВО ТВ. Так, сегодня нас ждет, наверное, сложный босс. Давно я к таким боссам не прибегал. Так, ну здесь, наверное, просто пробежим мы, потому что время тратить, и я как-то пытался ее убить, пришел с 4 хилками всего. Ой, хотел на платформу перепрыгнуть. Конечно, желательно с 10 хилками. И видеть минус этого босса в том, что вы появляетесь и вам придется бежать. Так, я души потерял, получается. Ну ладно, ничего страшного. Так, а интересно, до этого шара можно там будет в таком узком пространстве вернуться? Я как-то об этом не подумал. Что-то я как-то неграмотно перепрыгнул. Так, тут вроде моб такой сильный будет, неприятный. Здесь портал, интересно, а с этого портала можно О, кстати, я об этом как-то не подумал. А видите, он только стоит, на коне нельзя и при сетке нельзя. Телепортироваться сюда сразу, с какого это места можно? Ну, чтобы его так вот не бегать, а от того костра, если ты умираешь. Он телепортирует тебя в храм. Вот сюда вот. А здесь есть телепорт? Храм клятв. Слушайте, ну не просто так, ты здесь все грехи отпущены. Интересненько. Получается, так, это у нас какой костер сейчас был? Вот этот вот. Я как потерялся. Ладно, сейчас методом проб и ошибок. Ну не просто так этот портал здесь есть. Может это без грехов будет проще. Не, это не тот костер. Это точно не тот костер. Вот этот, наверное. Какой-то из этих, наверное. Так, ну один шар, я так понял, я понимаю, как избежать. От второго шара можно как-то же увернуться. Так, а где костер тут? Значит, не, это точно не тот. Это точно не тот. Я как потерянная. Классная комната школы. Так, ну это мы как вошли в академию. Зал для трения, может этот все-таки? Тогда уже. Вот просто так на мини-карте обозначено. Да, зал для трений. Так, мы похили. А, мы уже хилы. Ну, для меня там моб не сильный был.
Я там рассказал, что там мух сильный, но под удар его неприятно вставать, и я так получил, что я к боссу пришел без ХП. Видите свои трудности. Больше нигде выступа, где можно было бы избежать этого столкновения. Так, грехи мы отпустили. А, все, здесь нет много, да? А отсюда как-то можно попасть без этого шара? С другой стороны стоит бежать. Нет, нигде. Пойти сейчас босса убивать сразу. Что это за место? А, вот, вот здесь. О, это хорошо, я знаю. Кстати, получается, можно здесь отбежать. В случае чего и пробежать. Во. Вот сюда сразу, отлично. Чтобы на тот шар не напороться и вот так вот не прыгать. Здесь просто пробежал и все. Так, а есть кольца защиты от магии? Вот. Вот так вот, мне от магии надо защиты срочно. А, и тут вот так. Надо на всякий случай обратно лифт отправить. Так, моба здесь нет, кто будет проходить этот момент. Здесь моб такой неприятный. Вот. Видите, одноразово вышел хорошо. Хоть здесь. Пусть здесь не усложнили, так, и кто будет умирать, я рекомендую обратно лифт отправлять, чтобы время не тратить. Так, я так понял, тут она, да. Вот эти вот шары. Именно ученых такими их по трое, да. Так, где три? Смотреть, где эти шарики. Всех подряд убивать. Тогда я вообще с четырьмя хилками пришел. Да вообще даже с тремя. Поэтому я просто не знал, что делать. Я видел, что с тремя страдает. Первая фаза, да?
Так, ну я, наверное, ролик пропущу, это... Потому что во второй фазе я, конечно, люлей получил от нее. Ну, я без хила был вообще, ну там вообще шансов нет. Блядь, я еще хил получал. Ну я понял, как по второй фазе. Надо стараться уже не видеть. Когда узнал, как его делать. Все. Так, это вторая фаза, да? Бля, чё, бля, ну почему камеру сделала-то, бля? Я вот не понимаю, ну, это как бы всё здесь. Не, надо. Блядь, один удар, сука! Блять, ну один удар оставался. Я понял, как ее убивать во второй фазе. Не нужно убивать этих мобов, на них время тратить. Надо на нее сразу бежать и стараться убивать. Все. Понял, как ее убивать. Так, значит, мы сейчас дверь открыли, по другому пути побежим. Блин, ну один удар ей оставался, ну это вообще пипец. Ну не один, ну два, наверное, ну, максимум. Так, мы сейчас отсюда пойдем, мы дверь открыли. Я просто, видите, хорошо, что я обследовал ту ситуацию. Только я не знаю, отпущение грехов, вот, она помогает, не помогает. Какой-то моб туда, да? А, вон. Ну ладно, просто побежим. Так, лифт у нас спущен. Блин, ну обидно, обидно, конечно. Один удар. И она просто, знаете, я ее бить начал, она просто взяла, прыгнула куда-то назад, блин. И еще меня любит.
Знаете, я в снаряжение, наверное, поставлю что-нибудь вот такое вот гадкое. Блин, я удар пробивал. Плохо очень. Как бы третий раз не пришлось здесь. Не шестерых, а... Так, на одного я убил, а мне еще будет. Так. Вот так вот. Так, надо ее ядом травануть, чтобы она у нее голова охерела. Ну, блядь, прими ты эту хуйню, ёпки, блядь, 4 раза нажал, блядь. Что за, блядь, такое? О, 3 удара. А что, на нее магия не действует? Блядь, ну когда вот третий удар замахиваешься, это просто, ну...
блядь, не гробаный рот, не потерялся, не потерялся, как стал. Получается, три попытки на него потратил. Ну тут главное на это время не тратить, бля, какой я сообразительный. А на нее эта хуйня не действует. Я, а может, не действовал, не заметил. Вот единственный минус всей ситуации, я не знаю, работает ли на нее отпущение грехов. То есть возле нее портал есть, можно отпустить грехи за небесное благословение. То есть ослабляет ли ее? Come out from whence ye hide. Thou, is it thy wish to be born to become a sweet? Персонализация. А что такое перерождение? Бля, что-то я не хочу ничего не нажимать. Персонализация. А, просто можно это. Все, можно просто уйти. Понял, короче. Alarmed, nor a fear. I would birth thee as a sweet. Ну, босс несложный в плане. Тут главное догадаться, что во второй фазе не нужно драться с мобами, а сразу бежать на нее и пытаться ее убить вот так вот. Ну, я ее с третьей попытки убил. Вот на стриме с двух, а вчера, сегодня ночью просто я и так много боссов убил. Залил где-то 12 видео новых на ютубе и устал сильно, я не стал больше пробовать, я один раз только попробовал, все. Ну, с третьей попытки. В этой локации, получается, я сделал три попытки. Ну, самого большого. Вот. Даже вот здесь, если брать локацию, здесь на рыцарей стражи, я их убил с багом, можете посмотреть видео. Я убил со второй попытки, дракона тоже со второй попытки я убил. Ну, всех остальных подземелья боссов я с первой попытки убил вообще. Ну, такой скиллованный. И будем работать дальше. Так что всем спасибо, кто будет смотреть. И не забывайте, ребят, подписываться. Это самое главное.